Мы родители Викуси Бутенко. Я Алина. Я Саша. Ей было 13, когда муковисцидоз забрал ее у нас. Викусечка очень любила жизнь. Она была очень сильным человеком. Она любила рисовать, любила петь, любила выходить на сцену, любила выступать, заниматься рукоделием. Она очень ценила дружбу и добрые отношения. И очень любила пиво с морепродуктами. Наша малышка не любила большое количество специй в еде. Она не любила, когда ссорятся, не любила, когда кричат. А капельницы ингаляции приводили ее в полное отчаяние. Она мечтала о знакомстве с Эктором Хименесом Брау. Мечтала стать великим кулинаром. А еще, выходя на сцену, она мечтала, что когда-нибудь она будет звездой. И будет дарить людям свое творчество и радовать их этим. Главная ее мечта в жизни была вдохнуть полной грудью и забыть о существовании кислородного аппарата. Невыносимая боль потери, пустота, отчаяние стали постоянными спутниками нашей семьи. Мы поверить не можем в то, что ее больше нет. Поэтому просим, продлите жизнь детям с муковисцидозом. Пожалуйста, дайте чуть больше времени их и им родителям провести вместе. Услышьте нас. Дети с муковисцидозом – это талантливые, одаренные, добрые, милые, нежные дети. Они нужны обществу, они нужны своим семьям, они нужны нам. Помогите им выжить.